Локальное решение глобальных проблем. Фильм Колин Серро. Чем, собственно, была Первая мировая война? Искоренением франко-немецкого крестьянства, которое массово гибло на фронте. Погибли миллионы крестьян. Доминик Гилье, основатель ассоциации Кокопели, которая является производителем и дистрибьютором биоовощей старинных сортов. Замысел по уничтожению крестьянства завершила Вторая мировая война. Далее добавился синтез аммонитов, необходимый для производства синтетических удобрений. А еще в течение Первой мировой войны изобрели горчичный газ, который дал все те инсектициды, которые на самом деле являются боевыми отравляющими веществами. В 1947 году был введен план Маршалла. США выпускает тракторы, которые являются логическим продолжением танков. Как мы видим, западное сельское хозяйство в основе имеет войну. Пестициды — это производные войны. Удобрения — также. Концепция сельского хозяйства как такового, враждебная для планеты, также вытекает из войны. Вандана Шива, физик, доктор философии, лауреат альтернативной Нобелевской премии 1993 года, основатель ассоциации Навдания, которая помогает мелким индийским крестьянам. Все это необходимо отбросить как извращение прошлого столетия. Традиционное сельское хозяйство в основе имеет мирный союз между двумя сторонами. Анна Примавези, доктор агрономических наук. После Второй мировой войны промышленность накопила огромные склады ядов для уничтожения врагов. Война закончилась, и врагов не стало. Тогда профессору Балаку пришло в голову нечто гениальное. Сельское хозяйство почти ничего не покупает у промышленности, разве что иногда какой-нибудь трактор. И все. Так давайте заключать договор. Пусть сельское хозяйство закупает мощные машины, химические добавки, пестициды, которые производит военная промышленность. Она будет наживаться, а сельское хозяйство станет убыточным. А правительство пусть возвращает часть налогов в виде дотаций, чтобы немного поддерживать сельское хозяйство. Так и сделали. И появились так называемые субсидии. Система хорошо работала в странах Первого мира, потому что они владеют промышленностью. Естественно, здесь эта система не сработала. Поскольку у нас промышленности не было, нам пришлось импортировать машины и химикаты, брать кредиты, чтобы обеспечивать импорт под 20-25% годовых. Получилось так, как будто вскрыли вену, из которой хлынуло все богатство третьего мира в первый мир. Нам такой прогресс вообще не был нужен. Однако им — да. Например, в те годы Америка имела дефицит во всех отраслях экономики. Но жилось ей очень хорошо благодаря всему третьему миру, который должен был без конца платить, платить и платить за них. После войны в 1946-1947 годах никто не мог знать точно, сколько навоза вносили в почву. Его брали из хлевов и вывозили прямо на поле, не относили к коммерческим операциям. Он не фигурировал в государственных счетах. Филипп Деброс, фермер, агроном, доктор экологических наук, президент Национальной комиссии по органическому хозяйствованию при Министерстве сельского хозяйства до 2007 года. Однако такую информацию удалось найти в счетах компании Shell Petroleum, которая после войны планировала переоборудовать заводы, изготовляющие нитратные взрывчатые вещества, на производство удобрений для сельского хозяйства. То есть Shell рассчитала потенциал и возможности рынка. Так узнали, что во Франции в почву ежегодно вносились 120 миллионов тонн навоза.
Сегодня же и 30 не вносит. Никто не задумывается про последствия исчезновения этого важного элемента, который питает почву, все ее бактерии. Благодаря ему растения растут без удобрений, без пестицидов. Я стал сельхозрабочим, освоил эту специальность. Сельхозпрактика базировалась на принципе «производи и уничтожай». Пьер Раби, агроэколог, писатель, основатель движения «Калибрис». В Севенне был препарат под названием «Метасистемокс». Он причинил большой вред и вызвал проблемы со здоровьем. Ведь от пестицидов умерло много людей. Кого-то парализовало, кто-то ослеп. Вред был явный. После обработки на поле вперемешку валялись мертвые насекомые, как полезные, так и вредные. То есть происходило тотальное уничтожение. Тогда я взбунтовался. Зачем мне такое сельское хозяйство? Перед нашим поколением встала огромная дилемма. Ведь капитализм, которым управляет большой капитал и транснациональные корпорации, навязал такой способ ведения сельского хозяйства, который не ставит цель выращивать еду. Их цель — только получить товар, чтобы заработать деньги. Жоао Педрос Тедели, национальный координатор движения безземельных в Бразилии. Они стали грабить природу, высасывают из нее вообще все, из чего можно получить доход. Эксплуатируют воду и почвы, приспосабливают к сельскому хозяйствованию технологии производственной индустрии, чья основная цель — продавать земледельцам промышленное количество удобрений и пестицидов. Все большие машины, которые сводят на нет рабочую силу, грабительски опустошают запасы питьевой воды на массовое орошение. Зеленая революция — это, собственно, модель индустриального капитализма, примененная к сельскому хозяйству, она не имеет будущего. Она угрожает жизни планеты, потому что убивает микробиологию почв и отравляет нашу пищу. Что самое худшее, эти яды неразлагаемые, неутилизируемые. Они попадают в почвы или в воду, или в ваш желудок. То есть интенсивное введение монокультур, которые используют транскорпорации и крупные землевладельцы, разрушает видовое разнообразие. Зеленая революция получила Нобелевскую премию мира из-за того, что новые химические технологии могли бы принести процветание, а это процветание — принести мир. Название «зеленая революция» дали в противовес «красной революции», которая распространялась из Китая. Американцы думали, применяйте химикаты, и будет вам альтернатива коммунизма. Такой образ — химикаты против коммунизма. Зеленая революция прежде всего имела зеленый цвет доллара. На ней наварили тьму долларов. Однако для жителей стран третьего мира это был ужас. С помощью зеленой революции уничтожили земли, воду, воздух, уничтожили разнообразие видов. В Индии до зеленой революции росло 200 тысяч разновидностей риса. А после 40 лет зеленой революции осталось только 50. Распахали суть индийского общества. Сельское хозяйство в Индии издавна было женским, а сейчас оно стало мужским. А высокий урожай стал цениться на местном, государственном, международном уровне. Раньше земледелием занимались женщины. Они заботились о пище для семьи. Экономика в современном смысле, капиталистическая рыночная экономика — это дело мужское. Серж Латуш, экономист, профессор университета Париж-Юг. Это вытекает из всех моих экономических исследований. И это отнюдь не случайность. В экономике женщин не было. Ни в экономике, ни на предприятиях. Например, в Африке вся реальная жизнь, за счет чего живет Африка, вплоть до сегодняшнего дня завязана на женщине. Женщины обрабатывают землю, потому что они сами плодородны.
Именно на них держится все главное, существенное. Но как только организовывают современную плантацию, за дело принимаются мужчины. 40 лет назад мир принял так называемую зеленую технологическую революцию. Девиндер Шарма, инженер-агроном, журналист, писатель. Сегодня среди работников сельского хозяйства как никогда высокие показатели количества самоубийств. В Индии каждый час двое земледельцев сводят счеты с жизнью. Иногда спекулируют на голоде, который случался в прошлом, чтобы показать, мол, зеленая революция, то есть индустриальная революция, вытащила людей из нищеты и бесхлебицы. Расчеты ООН, Мирового банка, ВТО ошибочны. По их данным, во всем мире от голода страдают 152 миллиона человек. Я утверждаю, что только в одной Индии их 136 миллионов. Голод — это не неизбежность. Его причина — колонизация. В 1883 году, 150 лет назад, англичане отправили в Индию лорда Маккоули. Он проехал всю Индию, и когда вернулся в Англию, то отчитался британскому правительству: за все свое путешествие я не увидел ни одного попрошайки. За последние 10 лет из-за такого способа хозяйствования мы потеряли 200 тысяч фермеров. Они покончили самоубийством. Вот такая самоубийственная экономика. Самоубийственная для живых видов, потому что мы разрушаем планету, на которой живем. В Индии множество крестьян банкроты. Почему так? Они заканчивают жизнь самоубийством, индивидуально или коллективно. Они или зарываются в городские трущобы, или идут в наемные работники. Наемные на своей собственной земле, потому что они ее продали или компании Cargill, или какому-нибудь банку, чтобы рассчитаться за кредит, который они взяли для покупки химикатов или генно-модифицированных семян, или патентованных гибридов, которые на рынке стоят дорого. Раньше же крестьяне имели собственные семена и обновляли их сами ежегодно, то есть это зеленая революция. Революция — чья-то ужасная шутка. Когда крестьяне убивают себя, то делают это с помощью пестицидов. Крестьянин не стреляется, он убивает себя тем веществом, которое убило его землю. В символическом плане это очень тяжелая вещь. Так просто себе открыть бутылку пестицида и выпить, значит, человек уже дошел до крайности. Такое сельское хозяйство самоубийственно во всех своих проявлениях. Ни один вид живых созданий еще не был таким глупым, как человек. Люди добровольно уничтожают источник своего пропитания и при этом считают себя необычайно умными. А он определила геноцид как осознанное намерение причинить физический вред или уничтожить определенную группу людей. До чего мы довели тружеников сельского хозяйства во всем мире? Это осознанное намерение им навредить или их уничтожить. Это наибольший геноцид в мире. Это также геноцид женщин, поскольку пища была последней сферой, где хозяйничали женщины. Они сохраняли семена, готовили еду, кормили людей. Чем больше власти имеют женщины, тем более свободным и гармоничным является общество. Земледельцы где-то догадываются, что им пудрят мозги интенсивной агрокультурой. Говорят, если ты не добавляешь удобрения, если не выдаешь по 100 центнеров пшеницы, то ты неудачник. Одновременно они понемногу замечают, что их соседи постепенно исчезают, что земли пустеют, происходит трагедия. Лидия и Клод Бургиньоны вместе основали лабораторию анализа микробиологии почв. Мы создаем настоящие пустыни. У нас Мария Сюртиль на 1500 гектарах осталось два земледельца, поскольку им вбили в голову, что они молодцы, что их коровы выдают 10 тысяч литров молока в год. Как и это. Кто плюнул дальше всех, тот молодец. Как в сельской школе. Я круче, потому что умею плевать дальше, чем ты. А ведь искусство земледельца в другом. Земледелец должен кормить здоровыми растениями и здоровыми животными. А они этого уже не делают. Они выращивают разве что больные растения и больных животных. Разве этим можно кормить людей? А если представить себе будущее... Я не представляю урбанизированного будущего. Не представляю миллионов людей в городах, которых необходимо кормить и которые отстранены от производства собственных продуктов, а сельская местность пустынна. Это сумасшествие. У нас здесь было 4-5 действующих ферм, а теперь остались мы одни. Это невероятно.
Просто ужасно. А ПСХ – это партнерство с кругом потребителей, которые заботятся о своем питании и хотят знать, как оно производится. В основном овощи, ведь они являются основой питания. Потребитель говорит: мы заранее выкупаем у тебя весь урожай, а ты уже заботься о разнообразии, обеспечивай качество, и чтобы без химикатов. Лоран Марбо, агроном, основатель АПСХ в городе Ванв. АПСХ – Ассоциация поддержки сельского хозяйства. Как мы функционируем, мы расписываем бюджет. Предположим, мне хозяину необходимо, скажем, 70 тысяч евро в год на нужды моего предприятия. Группа находит достаточно участников, чтобы собрать эти деньги. Мы продаем по себестоимости, а не по рыночной цене. Я уже практикую это 3 года, и так решаются наши проблемы, связанные с реализацией. Мы выращивали хорошие продукты, но нам необходим был еще и маркетинг. Доставку я делаю 1 раз в неделю. Я не вижу цифр. Это 2 разных сорта. Я сделаю, мама. Вот. Я привожу овощи, которые мы вырастили вместе. На прошлой неделе покупатели помогали мне собирать урожай, складывать в корзины. А если бы я пошел на базар, потратил бы лишние 3 часа. Мыл бы овощи и расставлял. Снимал бы каждый желтый листочек, чтобы людям захотелось купить этот овощ. Сейчас это все отпадает. Овощи уже не наши. Пусть каждый сам себе снимает тот маленький желтый листочек или стряхивает землю с картошки. Наша группа в Ванве собралась 3 года назад. Я пригласил 50 человек пойти со мной опробовать новую систему. На следующий год нас было уже 60. Сейчас переделываем договор. Уже имеем 75 участников. Еще 90 ожидает в очереди, и мы уже не ставим людей в очередь, потому что не хватает рабочих рук. Мы не сможем привлечь столько людей. Потребители уже образумились. Люди, граждане везде задумываются. Французские фермы не могут удовлетворить спрос. В парижском регионе живет 12 миллионов людей. Наша еда приезжает из Испании, Марокко на самолетах, которые приземляются в Руасси. В Иль-де-Франс мы имеем всего 3-4 дня продовольственной автономии без запасов. Продукты загрязненные еще больше загрязняются при транспортировке. Политики всегда за кадром, знают, что есть такая проблема. Они не акцентируют на ней внимание, поскольку сразу начнется паника. Немало моих коллег уехали на юг, как можно дальше. Кто знает, что будет завтра. Если вдруг начнется голод, к нам хлынет всякий сброд. Весь Париж понаедет искать еду. 12 миллионов жителей, а трудится всего 150 хозяйств. 5 лет назад их было 350-400. Каждый раз, когда приходит в упадок ферма, идет речь о крестьянине, о его жене, о каком-то работнике. При этом приходит в упадок сельская школа, мастерская, сельский магазинчик. В среднем 5 рабочих мест исчезает из-за разорения хозяйства. И это обескровливание продолжается. Мы ежегодно теряем 30-35 тысяч хозяйств. Я много раз кричал впустую по этому поводу. Как можно допустить это безмолвное обескровливание? С французской земли было выгнано 4 миллиона крестьян. И как они будут востребованы, когда химию уже невозможно будет применять? Химия — это нефть, и все, что из нее происходит. Удобрения, пестициды, дистопливо, пластик, теплицы, отопление — все это нефть. Мы полностью вели искусственное хозяйство, и на ископаемом топливе, зная, что оно исчерпаемо и уже почти исчерпано. Каждую минуту в Европе один земледелец составляет свое дело. В Индии по той же самой схеме земледельцев гонят с их земель. 600 миллионов человек. Куда их денешь? Экономисты советуют: необходимо перестроить Нью-Дели в Нью-Йорк, а Бомбей в Шанхай, чтобы не было видно нищих. Изгнать бедноту. С одной стороны, людей изгоняют с их ферм, а с другой стороны, выгоняют из больших городов.
Куда же денутся эти 600 миллионов бедняков? Нигде в мире, ни в Европе, ни в Америке не найдется рабочих мест для этих 600 миллионов. Итак, требуется найти способ вернуть эти 600 миллионов человек в общество. Вот вам индийская модель развития. Вот что нам сегодня необходимо. Давайте не стыдиться. Это не политкорректно, потому что мы этим отбрасываем западную модель развития. Давайте будем сильными. Именно эта модель нам нужна. Тогда эти 600 миллионов женщин и мужчин поднимутся на защиту своих прав. Поскольку мы не даем людям жить, дело может дойти до стрельбы. Мешать людям жить – это страшное насилие. Неудивительно, что они восстают. Ведь нечеловеческие и губительные системы порождают насилие. Мы недовольны, когда корабли привозят новых эмигрантов. Но потенциально 800 миллионов африканцев желают жить в Европе. Мы уничтожили все причины, чтобы африканец хотел жить в Африке. То есть они желают одного, особенно молодежь в селах. Помогите нам поехать во Францию. Работы нет, безработица. Большинство молодежи ничего не делают. Они просто выходят из дома утром и возвращаются ночью. Не занимаются ничем. Ничего нет вообще, ничего. Вот это вам Марокко. Да здравствует его величество король Мохаммед VI. Долгих лет Мохаммеду VI. Жители стран третьего мира, замученные войнами и самоубийствами, выгнанные со своих земель промышленным сельским хозяйством, теснятся в предместьях мегаполисов. В так называемых развитых странах они заполняют гетто спальных районов. В большинстве регионов почвы мертвы. Земли, грунты буквально ободрали. Мы не питаем почву, мы питаем растения. Растительные остатки не возвращаются в землю. Раньше вносили навоз, черное золото хлевов. Теперь мы раздробили и переместили производство. Теперь сено и зерновые растут в Басси, а животные разводят в Британии. Раньше существовало агролесоживотное равновесие, поле, лес и скотина. Поэтому сельскохозяйственная культура была вечной, а на протяжении последних 50 лет мы ее уничтожаем. Мы выращиваем скотину отдельно, как в цеху на заводе, кормовые культуры отдельно,
Леса высаживаются как зерновые в рядок. Если в некоторых регионах Франции забрать химию, синтетические удобрения, что тогда останется? Ничего не останется, так как земля мертва. Значит, мы живем не в настоящей пустыне, как Сахара, а в виртуальной. Поскольку земля истощена, выпалена, мертва, больше она не даст. Она родит только на химии. Мы живем в виртуальной пустыне, которая может стать настоящей, когда подорожает топливо. Ведь основа химического хозяйствования — бензин. Вблизи Бангалора мы встретили Нараяна Редди, мелкого крестьянина. Когда-то он был сторонником интенсивного химического хозяйствования, выигрывал все фермерские конкурсы, был лучшим производителем сельхозпродукции в штате Карнатака. Между тем он говорит про себя: «Я был неудачником. Я проигрывал. Все деньги, которые он зарабатывал, сразу тратились на закупку семян, пестицидов, удобрений и тракторов». Тогда он решил отказаться от химического хозяйствования и вернуться к традиционным методам. Один или два года были сложными. Потом он достиг очень высокого уровня производства, стал автономным, избавился от долгов. На его участке растет множество деревьев. Я не богатый. У нас лишь 1,8 гектара. Мы ежегодно кормим 15 человек. Кроме этого, мы продаем еще 15 тонн фруктов, 10 тысяч кокосовых орехов, около 2 тонн овощей и 4 тонн зерновых в год. Всего с 1,8 гектара земли. Мы сами готовим семена, делаем свои собственные удобрения и ни от кого не зависим. Ничего не пропадает. Вот резервуар для дождевой воды. Собираем воду с крыш. Мы рыбу разводим. Есть около 400 рыб. Работы хватает. Столько деревьев посадили. Чем больше корней, тем больше просачивается воды, тем больше падает листьев, тем плодороднее будет земля. Все село думает, что я глупый, что не продал это дерево за 10 тысяч рупий. А для меня это дерево — Бог, потому что оно 5 раз дает плоды, которые становятся питательным удобрением. Ничего не затрачивая, мы имеем 10 тонн удобрений в год, а дерево все растет и растет. Они же занимаются только огородом, тогда как я и лесоводством, и огородом. Это называется агролесничество. Хорошая почва, богатая гумусом, так хорошо пахнет. Вот такой грунт должен быть. А сколько плодов? Посмотрите, какой перец. А это лучшая в мире порода на молоко. Очень полезное для здоровья молоко. А через 10 дней она приведет теленка. Животные быстро превращают биомассу в удобрение. Когда фермеры готовят собственные семена и удобрения, хозяйствовать становится проще. Семена — это ключевой фактор. Своими поставками семян они контролируют все население. Бизнес с семенами — это холодная война против населения. Я уверен, что за 5-6 лет около половины наших мелких фермеров перестроится на эту систему. Удобрения для почвы и добавки для уничтожения паразитов не следует искать в химии. Они есть в тех ресурсах, которые предлагает природа. Мы знаем, что человечество жило так долго на протяжении миллионов лет, потому что земледельцы развивали свое знание и способ выращивания, уважая природу. Теперь необходимо возродить эту народную мудрость, возродить тысячелетнюю культуру земледелия, которая основывается на уважении к окружающему. Ясно, что правительствам это не нравится, так как правительства продались большому бизнесу и слепо следуют его воле.
Современная агрономия маниакально присвоила все природные и бесплатные функции экосистемы, чтобы заменить их искусственными, грязными и дорогими продуктами нефтехимии, тяжелой индустрии. Одним словом, так называемым техническим прогрессом. Сейчас мы проходим этап сопротивления, чтобы сохранить те знания. Пока над нами смеются, держат нас за Дон Кихотов, которые бьются с мельницами. Однако в будущем мы докажем, единственный путь – это производить здоровые продукты, которые будут гарантией здоровья людей. Они берегут природу. Нужно принять технологии семейного земледелия, а не технологии промышленного сельского хозяйства. ДБЗ – движение безземельных. Народная бразильская организация, которая борется за выделение угодий безземельным крестьянам. Меня зовут Патриция, я агроном. Уже 10 лет работаю в этом лагере. Этот южный регион издавна разделен на крупные латифундии. Фермеры отвоевали себе земли в этом районе с помощью очень горячих битв. Получили доступ к земле. Меня зовут Лесси. Я уже 19 лет живу тут, в южном регионе страны. Меня зовут Амарильда. Я из семьи мелких земледельцев итальянского происхождения. Не имея земли, моя семья эмигрировала в Бразилию. Я столкнулся с движением безземельных в 1987 году. Когда мы захватывали земли, конфликт носил очень жестокий характер. На наших женщин и детей грубо нападали. Я принимал участие в захвате. Нас арестовывали, пытали. Я прошел через все эти испытания. Было нелегко. Про все это хочется скорее забыть. Когда присоединяешься к движению безземельных, даже самые близкие друзья детства, начинают относиться к тебе как к бомжу. Общество становится враждебным. Нас судят согласно стереотипам. Я не обманщик. Я всегда был трудолюбивым и честным. Всегда хотел иметь землю, но никак не мог ее получить. Я присоединился к движению безземельных и пошел бороться за землю. Иногда нас обвиняют в том, чего нет. Это горько. Тяжелые были периоды. Нас арестовывали, пытали. Это все связано с сильными переживаниями. Однако мы все-таки преодолели те трудности. В лагере нас было 1200 семей. Трудностей хватало. Местность не развита, ни дорог, ни электроэнергии, ни школ. Нам нечего было есть. Долгие месяцы у нас практически не было ничего другого, кроме того, что мы находили в природе. Ели, что попало, лишь бы выжить. Это была проверка выдержки. Мы барахтались 2 года. Солдат иногда тренируют выживать в лесу. У нас это было по-настоящему. Eu trabalhei muito quando
Прежде чем присоединиться к движению безземельных, я долго трудился на выращивании томатов традиционным методом. В обычной интенсивной системе, где используют много пестицидов. Узнав, что здесь есть альтернатива, я очень заинтересовался. С тех пор, как я приехал, я больше никогда не пользуюсь химикатами или ядами. Ничем таким. Разница такая огромная. Раньше я хоть и был молодой, но уже имел проблемы со здоровьем из-за ядохимикатов. Сейчас совсем другое дело. В своем огороде я чувствую себя в безопасности. Хочу, рву себе салат и ем. Абсолютно никаких проблем. Это бразильская араукария. Ее плоды съедобные, пригодные как для людей, так и для скотины. Это столетние деревья. Растут достаточно медленно. Когда-то такими деревьями была покрыта вся Парана. Теперь их осталось очень мало. Тут, в нашем лагере, они есть. И мы их бережем. С тех пор, как мы сюда переехали, я веду органическое хозяйство. Опыт нам передали наши родители. Но произошла зеленая революция. Пошли химикаты от транснациональных корпораций. Мелкое хозяйство было уничтожено. Мы пошли у них на поводу. Однако опомнились и развернулись к агроэкологии. Тут лежит фасолевая солома, но можно класть любую солому, лишь бы не было семян. Она держит влагу и не дает расти сорнякам. Соломенная мульча – необходимость для огорода. Сейчас земли не пашут и не воняют, они мертвы. Иногда мы с Лидией в лаборатории целыми неделями делаем пробы мертвых земель. После этого ходим как в воду опущенные. Однако мы разработали метод, как возродить почву и вернуть людей на брошенные земли. Налицо очень тяжелая ситуация. На планете идет страшное разрушение, и наш труд — это капля в море. В университете я изучал зоологию, биохимию, а затем занялся агрономией. Вот тогда меня охватил ужас. Нас учили давать мясо в корм коровам, делать из коров мясоедов. Теснили свиней в клетках, свиньи отгрызали друг другу хвосты, мы их отрезали, отрезали уши. Они все равно грызли друг друга, тогда им вырывали зубы. Когда я увидел это на видео, как свиньи пожирают друг друга, я подумал, человечество сошло с ума. Самок необходимо сажать в клетку, иначе они пожирают своих детей, потому что они стеснены так, что это выдержать невозможно. Курам удаляли клювы, иначе они заклевывали тех, кто рядом. Биоинженеры даже вывели породу без перьев, так как подсчитали, что на перья идет расход азота и калия. Тогда увидели, что куры мерзнут, а отопление стоит дороже, чем азот. В итоге снова вернули перья курам. Полное сумасшествие. Вывели прямоугольные томаты, чтобы лучше помещались ящики. Были попытки вывести прямоугольные яйца, но не удалось, поскольку яйцо – сложная система. Яйцо завернуто в компенсаторный гиперболоид. Вот бы им прямоугольные яйца. Удобнее было бы упаковывать, но не вышло. Я видел перед собой агрономию сумасшествия. Еще не закончив обучение, я сказал себе, этому не быть. Тогда еще преподавали микробиологию почвы. Необходимо было вернуться к основам, к
почве. На третьем курсе я перешел на микробиологию почвы и был там единственным студентом. Целый год мне преподавали индивидуально. Интересно было. Преподаватели ходили исключительно ко мне. Потом в 1986 году кафедру микробиологии закрыли. То есть уже 20 лет во Франции выпускается 150 агрономов, которые не знают, что такое микробиология грунта и как взаимодействуют микроорганизмы. Если задуматься, это невероятно. Все кафедры микробиологии и почвы по всему миру закрылись. То есть инженеры-агрономы не знают, что Земля живая, даже не догадываются. Но вместо того, чтобы быть осмотрительными, они вливают ядохимикаты, удобрения, а если одна щепотка поташа попадает на земляного червяка, он погибает. Даже жаба гибнет. Они же этого не знают, ибо живое их не интересует. Мы с людьми с этим не согласны. Мы пошли своим путем и доказали, что биология почвы крайне важна. Когда мы разрабатывали метод биологической активации грунта, мы обратились к компании Рон Пулинг, говоря, что раз ваши химикаты уничтожают землю, профинансируйте наше исследование. Мечтайте. Забудьте о получении средств на исследование, которое доказывает, что химикаты убивают землю. Ни один ученый не получил бы такой грант. Ни один ученый не разрабатывает эту тему, потому что на это нет средств. Поскольку государство уже не финансирует исследования, необходимо самостоятельно искать средства, иначе исследований не будет. Вот и все. Все исследования куплены. Все, что стоит на пути индустрии, никогда не изучается научно. Именно так наша цивилизация погибает. Когда останавливаются исследования, которые идут вразрез с интересами государства, система разваливается. Фундаментальные исследования жизни почвы, так необходимые сегодня, уже не производятся. Проблема в том, что жизни Земли не видно. Разве что червяков или больших животных вроде крота. Земляные животные микроскопические, их без оптики не увидишь. Когда видишь компост, ты не подумаешь, что там столько животных. Кажется, что там никого нет. Все эти микроскопические создания выполняют свою роль, пусть в своем микроскопическом масштабе. Они роют там свои туннели, таким образом почва проветривается. Через эти ходы в землю поступает кислород, а это крайне необходимо корням и микробам. Корни не могут расти без воздуха, то есть каждый элемент незаменимый. Каждый делает свое дело. Каждый трудится на своем месте. Насекомые рождают насекомых. У них нет пола. То есть, если добавить компоста, привнести в почву жизнь и прекратить вливание яда, они быстро размножаются. На это и надеемся, что Земля щедрая возродится вновь, хотя она столько от нас натерпелась. А химикаты убивают их всех. Некоторые люди даже думают, что они опасные паразиты и несут болезни. Однако Земля женского рода. Это очевидно. Очень тяжело понять, насколько она жива и плодородна. Посмотрите, вот хорошенький белый клещ. 50 граммов поташа на гектар, и все это умирает. Чтобы убивать, разума не требуется. Дайте идиоту автомат, и он всех перестреляет. А вот растить ребенка, воспитывать его, вот это сложно. Вообще давать жизнь, это трудно. А убивать каждый идиот умеет. Кроме того, это бесплатно. Ни удобрений, ни индустрии не надо. Они трудятся на вас. Бесплатно. Им ничего не нужно. Леса, природа, самодостаточны. Однако тут денег не наварить. Если бы все послушали, то крупным корпорациям пришлось бы туго. Они с нами борются, так как мы уменьшаем им прибыль. А вот и станочка. Если до нее дотронуться, она быстро реагирует. Какая пористая почва. Это их экскременты. Вот почему в лесу кажется, что ступаешь по матрасу. Отходы всех этих животных накапливаются слоями и проветривают почву. Вот почему лес не боится никаких ливней. В лесу не бывает эрозии, потому что когда вода льется на эту структуру из экскрементов, вода проходит сквозь землю и питает горизонты грунтовых вод. А мертвый грунт не впитывает воду. Происходит эрозия и наводнение. Реки выходят из берегов. Во всем обвиняют дождь.
А по правде, это из-за земли, которую мы убили. В мире очень много видов. Они еще мало изучены. Это мокрица. А это ракоподобный, у него сильные челюсти. Он питается древесиной, кусочками соломы. Он может грызть даже очень твердые остатки. А это земляные кружевницы. Они разъедают мягкие ткани листьев. Прямо балет. Быстрый или медленный, зависимо от вида. Компост – это для земли, а не для растений. А хозяев трудно в этом убедить, так как виноградарь или земледелец вносит удобрения, чтобы повысить урожайность. Бывает, нам присылают грунт в герметических банках, как консервы для животных, и просят провести химический анализ. С точки зрения химии, земля насыщенная, в том числе и органикой. Однако там ни одного создания. Земля фактически стерилизованная. Мы им отвечаем, вы применяете удобрения, но не вносите компост. Зачем? У вас там нет жизни, нет микробов, ничего нет. Нет биологической активности. В Африке почва подвергается действию сильного солнечного излучения. В некоторых местах земля облучена на 20 или 30 сантиметров вглубь. Ни одна бактерия не выживает. Идет потеря микробиологической активности. А возобновить ее есть лишь один способ – возродить живность, запустить метаболизм, то есть внести закваску. Хороший компост – это закваска, которую ты подсыпаешь в почву. Мы тоже стали вносить в 3, 4, 5 раз больше компоста без особенных затрат. Мы получили продукты очень высокого качества. Если сегодня в Африке 100 тысяч крестьян ведут экологическое хозяйствование, то это благодаря тому, что их метод дал хорошую отдачу. Пьер Раби много и плодотворно трудился над тем, чтобы привлечь крестьян пустынных регионов Буркина-Фасо в агроэкологию, чтобы они могли остаться и трудиться на своих землях. Тут, неподалеку от Тарудана, на юге Марокко, ассоциация Пьера Раби «Земля и гуманизм» организует стажировку для крестьян, где учат делать компост исключительно из местных составляющих и питать бесплодную землю. В 19 веке изобрели трактор. Тракторы пахали все глубже и разрушали почву. Когда мы ее скребем, это еще ничего. А когда мы ее пашем глубоко, то катастрофично наступает эрозия. Проблема в том, что мы затрагиваем фундаментальный миф про то, как нужно пахать. А бороться с мифами крайне тяжело. Существуют даже конкурсы, кто глубже пашет. У каждого на камине стоит бронзовая статуэтка какого-то пахаря. Я еще студентом помню бронзовую статую пахаря с надписью «Пахота никогда не бывает слишком глубокой». Это сплошные мифы. Мы с людей боремся, чтобы изменить мышление земледельцев, чтобы они не насиловали землю. Они таким образом проявляют свои мужские способности. Чем больше я имею трактор, тем глубже я пашу, тем больше настоящий я мужик. Мышление изменяется очень долго. Мы разрушаем планету уже около 500 тысяч лет. Переубедить мужчин, что пора ее уважать, еще сложнее, чем переубедить их уважать женщин. Если посмотреть, как поступают с женщинами на всей планете, то будет видно, как далеко до того, чтобы они уважали Землю. Они так привыкли насиловать, что не готовы уважать. Только закончили жать, а уже переворачивают землю. Земля будет высыхать под солнцем до сева. Они выгладили землю, плуг выгладил ее аж до блеска, поэтому воздух не поступает. Для земли это насилие. Земля не должна быть гладкой, она тут как бетон. Наоборот, она должна быть зернистой. Вот вам и последствия работы плугом, который надругался над землей. В древности про эрозию говорили.
земля кровоточит. Этот фермер так глубоко пахал, что из нее пошли глубинные красные грунты. Чувствуешь, как пахнет эта земля? Она воняет, как свиной навоз. Это прошлогодняя солома. Ее закопали, и она так и не разложилась. Они так глубоко пахали, что солома не разлагается. Вот что и воняет. Чувствуешь запах гниения? Видишь куски правильной формы? Это уплотненная почва, распаханная. Если ком разломать, почва не станет зернистой. Она комковатая, минерализуется, каменеет. Сейчас я выкопаю почву из леса. Увидишь разницу. Посмотришь структуру живой земли. Она рассыпается. Тут много корней. Это лес. Грунт не слипается. Его структурирует жизнь. Земля питательна, как блюдо кускус. Вот живая земля. Такой она должна быть. Богатой на жизнь. А теперь почти везде вместо земли просто бетон. Про запах я уже молчу. Как чудно пахнет грибами. А та земля не пахнет, потому что она выжжена солнцем. Землю нужно уважать. Она сама создает хорошую структуру. Чем лучше земля, тем меньше требуется удобрений и химикатов, потому что земля сама желает выращивать растения. Леса растут сами, без удобрений, без нашей помощи. Растут уже миллионы лет. Пропаганда навеяла людям, что без удобрений мы умрем от голода, что ничего не вырастет. Глупости. Леса сами растут, без удобрений. Мы должны вернуть дереву его место в сельском хозяйстве. Мы же уничтожаем деревья. Есть метод засыпать почву измельченной древесиной свежесрезанных веток, когда нет деревьев. Измельченная древесина деревьев или технология подсыпания измельченной древесиной свежесрезанного дерева позволяет выращивать без машин, удобрений и воды. Когда требуется восстановить очень бедную почву, используется эта технология. Это дает много грибов. Приятный запах. Грибница аж слипается, она питает земляную живность. Образуется прямо как матрас. А под слоем измельченной древесины землю можно брать руками, и лопата не нужна. Земля стала как кускус. Проблема та же. Необходимо лишь высадить деревья. Те кусты мы посадили с Лидией 30 лет назад. До нас тут ничего не росло. Теперь у нас достаточно измельченных ветвей для огорода. Мы полностью независимы, и не нужно покупать чудо-продукты. Деревья и кусты питают нашу землю и нас самих. Каждый гражданин может запросто себе такое вырастить. Причем совершенно бесплатно. А вот и вспаханная земля. Тут нет биологической активности, нужны химические удобрения. Владелец хорошей добычи для торговца ядохимикатами. Непаханная земля. Но он становится самодостаточным. Агробизнес его очень не любит. Мы создаем укрытие почвы и сеем следующую культуру, и земля будет защищена все лето. Летнее укрытие. Так сохраняется влага, остается фауна, растения хорошо растут. Люди не верят, что они вырастут, но это правда. Сорняки не растут, потому что солома их не пускает. Тогда и гербициды не нужны. Земледельцу психологически тяжело прекратить пахать. Бросить семена на землю, где уже есть растительность, это психологический шок. Я сам разрушу свою землю. Если я прекращу пахать, что-то останется вне моего контроля, а это страшно. Я должен все контролировать. Страх к природе. Природу необходимо ограничить национальными парками. Она должна быть управляема. Не оставлять дикой растительности на планете. Человек должен все контролировать. Смотри, как укореняются современные виноградники. Там был такой бетон, что корни пошли в сторону. Корни не смогли зайти в землю и пошли в стороны. А на молодом растении вот так. Вот так укореняется современный виноград. Саженец не смог укорениться. Ему пришлось выйти из земли. Беру другую поросль. Тут то же самое.
Корень не просто не смог зайти, ему пришлось выйти из земли, потому что он там задыхался. А хозяин говорит: у меня хорошая земля. Так для чего она, если растения не укореняются? Абсурд. Растение не должно стоять. Нормальные корни не поставишь на стол. Мы уже выращиваем виноград, у которого корни растут вверх. Нововведение. Сумасшествие. Вот так мы убиваем страну. Не только люди, но и растения утрачивают свои корни. Вот вам пример так называемых современных культур. Пшеница полностью сгнила, стала жертвой грибковых заболеваний. Вот чем мы кормим наших детей. Растение больное до последнего листочка. Все в мелких язвочках от болезней и грибков. Она держится лишь потому, что ее накачали химией. Смотри, какие некрасивые колоски. Распухли. Когда-то говорили, что пшеница русая, как бы не так. Она теперь серая, противная. И ее еще укоротили. Она низкая. Когда-то пшеница была такой высокой, а сейчас от азота пшеница ложится. А чтобы не ложилась, ее укоротили. Накачивают гормонами. Смотри, какой ужас. Однако людей это не волнует. Все пойдет в элеватор, и стоить будет столько же, сколько и здоровая пшеница. Смотри на почву. Какие трещины. Это уже не почва. Земля покрылась водорослями. Водоросли и мох растут на скалах, земля стала скалой. В трещинах мертвая земля. Это уже не сельское хозяйство, а растительная патология. Нужно знать, когда и как обрабатывать больные растения. Мы едим только больные растения и больных животных, поэтому люди и болеют, покупают медикаменты, а фармкомпании как раз изготовляют ядохимикаты. Волшебный замкнутый круг. Мы находимся в селе Ставковое в Украине. Мы встретились с господином Антонцом, который ведет органическое хозяйство уже 30 лет на территории 8000 гектаров. Он пригласил нас на завтрак, где мы насладились его волшебными продуктами. Мать рождает, и земля рождает. Земля – живой организм. Ее необходимо кормить. Давать ей жизнь, не убивать ее. В 70-х началась политика интенсивного сельского хозяйства в СССР. Семен Антонец получил приказ пользоваться гербицидами. В полях работали преимущественно женщины. Они имели дело непосредственно с теми веществами. Вскоре заметили, что у женщин на руках появляются раны и язвы. Увидев это, в 1978 году Антонец пообещал всему колхозу, что никогда не будет использовать гербициды. И вот уже 30 лет их не используют. Он спросил у руководства разрешения выращивать природным способом. Ему ответили, если он выполняет план, то не имеет значения, как работать. Он не только выполнял план, а часто получал лучшие результаты по всему району. Его технология основана на трех базовых принципах. Первое – неглубокая вспашка, а поверхностная работа почвы. Второе – внесение органических удобрений и биомассы, собственно, растительная подкормка, сидераты. Третье – ротация культур и регулярный отдых земли, которую подкармливают покровными культурами. Эту культуру сеют, чтобы повысить плодородие почвы. Зеленое удобрение – сидераты. Видите это поле? Его не пашут уже 33 года. Обрабатывают только поверхностно. И периодически оставляют урожай, возвращают его земле. Посмотрите, какая структура земли. Из-за того, что ее не пахали 30 лет. Казалось бы, она должна быть твердой. Но она рассыпчатая.
Много мелких корешков, как макуха. Это наш подсолнечник. Выращен без единого килограмма минеральных удобрений и ни грамма гербицидов. А сосед тут трижды внес гербицид. У него тоже подсолнух неплохой, но сколько он уже травил землю, затратил средства. Но самое главное, отравил землю и людей. На этом поле мы начали работать 7 лет назад. Сколько на нем растительных остатков. А сейчас я возьму землю с поля, которая обрабатывается пестицидами. Структура земли другая. А вот земля с поля, на котором 30 лет не было плуга. Тридцать лет на этих землях не было плуга. Благодаря этой технологии в земле сохраняется влага и защищается от пересыхания. Грузовики развозят полуторагодовалый перегной. На это поле, например, мы завезем до 90 тонн навоза. Каждый год мы завозим на земли 70 тысяч тонн навоза. Эти диски смешивают навоз с землей и скашивают остатки люцерны, которую возьмет земля как органическое удобрение. Все это благодаря тому, что мы содержим 4000 голов скота, 1000 свиней и 100 лошадей. Есть взаимосвязь между животным и растительным миром. Корова дает не только мясо и молоко, но еще и навоз. И большая ошибка у нас в государстве и в других государствах считать, что выращивание хлебов может обойтись без животных. Я думаю, что решение проблемы — это приостановить массовый выезд из сел, чтобы людям больше хотелось оставаться у себя, создать им привлекательные условия.
То, что мы выращиваем у себя на огороде, хватает на всю семью. Мою жену, сестру, дочку, мать и отца. Мы подкармливаем землю перегноем, который делаем сами. Я директор индийского филиала компании Кокопелли. Давно разрабатываю техники агроэкологии. Долговременные и такие, которые обеспечивают высокий урожай. Систематически во всех наших проектах, перед тем, как засевать нужной культурой, мы удобряем биомассой. Это первый ключ. Это бесплатно. Работает солнце, фотосинтез. Между двумя сезонами мы вносим органические удобрения. Через неделю она вот такая, еще через неделю она уже вот такая. За 45 дней получаем 10-12 тонн. А это немало. За 45 дней вырастает 10-12 тонн биомассы. Вырастает вот такая. Тогда мы ее косим. Оставляем биомассу на месте, берем немного земли с краю и прикапываем. Получаем компостирование на месте. Мы покажем 4-5 рецептов биопестицидов и 2-3 рецепта природных удобрений. Приготовим вещество, которое очень популярно. Называется панчакавия. Необходимы 5 компонентов. Навоз, моча, йогурт и осветленное масло. Смешиваем навоз с осветленным маслом. Это сильный стимулятор роста. Теперь доливаем коровью мочу. Йогурт, молоко. Панчакавию необходимо перемешивать 1 минуту утром и 1 минуту вечером. И она настаивается 6 месяцев. Еще мы готовим экстракт «Рыбное блюдо». 1 килограмм рыбы, 1 килограмм сахара, лимон. Все это разлагается за 2-3 недели. Сейчас несколько рецептов биопестицидов на основе перца, имбиря и чеснока. Очень сильное вещество. Быстро действует на насекомых, которые едят листья. Перед высадкой риса необходимо готовить землю, разбрасывать компост, растительные смеси. Сейчас разбрасывают компост. Затем препараты типа Ниэм и Пунган. Это Ниэм кейк, а это Пунган кейк. Эти смеси имеют природные пестицидные свойства. Их необходимо распылять вместе с органическими стимуляторами роста, например, панчакавия и Ниэм. Смесь уже готова. Необходимо в нее погрузить рассаду, чтобы защитить корни. Теперь земля готова для пересадки молодой рассады. Международные агрохимические корпорации начали устанавливать контроль над пищевой цепочкой еще до 1961 года. Но они не установили контроль над семенами, а семена — это начало пищевой цепочки. Кто контролирует семена, тот контролирует всю пищевую цепь и все человечество. В 1961 году была создана международная организация, так называемая УПОВ. Началось всеобщее наступление. За 30 лет они купили 1000 производителей семян и стали монополистами.
На сегодняшний день есть 5 корпораций, которые контролируют 3/4 семян овощей на всей планете. Номер один – это, конечно же, Монсанто. Когда они скупили всех производителей семян в мире, они искоренили все давние разновидности, которые сами по себе размножались, и заменили их гибридами F1, которые загоняют крестьян в ловушку. Ведь крестьянин, огородник или садовод вынужден ежегодно покупать семена. Но семена гибрида F1 являются либо бесплодными, либо дегенеративными. Дьявольская идея производителей семян взять 2 маленьких семечках, которые сами по себе ничего не стоят, и ставить эксперименты, пока те 2 семян не дадут чудесный гибрид. Его и продают земледельцу, а когда он посадит семена своего урожая, то взойдут они плохо, и хлебороб не сможет заработать. Он пойман на крючок и придушен. Идея гибрида дьявольская. Идея в следующем – не дать земледельцу быть хозяином своих семян. На сегодняшний день во Франции в госреестре Национальной семенной комиссии, если раскрыть раздел «Томаты», гибриды F1 занимают 99,5%. Если открыть страницу дынь, кабачков, брокколи, белокочанной капусты, иногда гибридные виды достигают 100%. Закон запрещает разводить, продавать, распространять другие виды, которые не включены в госреестр. Им подкидывают гибридные виды, которые культивировались где-то далеко. Им необходим дополнительный полив. Они говорят: чудесно, мы вам продадим систему полива. А местные виды обходились без того полива. Видите? Ловушка. Люди вынуждены поливать. Потом необходимо будет обрабатывать грязными препаратами. Потому что к этому ведет вся система. Почему мафия наложила руку на семена? Потому что природа семян диктует тип хозяйствования. Поэтому семена ГМО или гибриды F1 тянут за собой весь технологический пакет, то есть удобрения, пестициды, гербициды, фунгициды. Синтетические вещества на основе нефти вывели целую мифологию продуктивности вокруг гибридов F1. Сплошная мифология. Государственные службы говорят, это делается для защиты потребителя. Возникает первый вопрос. Почему не существует реестр сыров камамбер, носков или холодильников? И второй вопрос. А может, этот реестр для защиты корпораций? Они захватили в полном объеме всю пищу в Европе. А посмотрите на состояние французской экологии. Французские воды на 95% загрязнены 240 различными веществами, в основном от сельского хозяйства. Мы садим в тюрьмы бандитов и гангстеров. А не пора ли сажать государственных загрязнителей природы? Monsanto — это компания, которая произвела дефолиант Orange, от применения которого во Вьетнаме до сих пор рождается немало аномальных детей. Первых отравителей планеты защищает весь мировой политикум. Ужасно, но это правда. Изобретатели атомной бомбы и ДДТ получили Нобелевскую премию. ДДТ, который уничтожил миллиарды пчел и насекомых во всем мире, дали Нобелевскую премию тому, кто придумал зеленую революцию, которая опустошила половину тропиков и заморила голодом всю Африку. Поддерживайте индустрию, а не жизнь, и Нобелевская премия вам обеспечена. Нам Нобелевская премия не светит? Ни одного шанса, даже не думай. А я так надеялась. Не выйдет. Вот каталог фруктов, которые росли в Европе в начале прошлого столетия. Сколько яблок, сколько груш. Все нарисованы. Круглая маслянка, ришар, горная, долгохвостая, принцесса Мария. Чтобы описать все европейские фрукты, понадобилось 13 томов. Во Франции было 3600 разных видов. Сейчас, если взять яблоки, во Франции продается 5 видов яблок, преимущественно завезенных из Америки. Мы платим им проценты, а когда-то имели богатейшее разнообразие фруктов в мире. Самые сильные сорта, которые не поражались паразитами, были уничтожены и ввели Golden, потому что Golden требует по 30-36 обработок пестицидами в год. Большие корпорации оказывали давление на ЕС, чтобы искоренить старые сорта и заменить на Golden, который требует в 10 раз больше обработок. Во Франции не только запрещено продавать старые сорта, а и меняться и раздавать другим семена, не вписанные в госреестр.
Кокопелли с 1999 года раздает неслыханные объемы семян сотням ассоциаций и сельским общинам на всех континентах. За это нас несколько лет тягает по судам. Нас преследует Министерство сельского хозяйства, а также лобби производителей семян. За два года мы потратили до 90 тысяч евро на суды и штрафы. Между тем, среди клиентов Кокопелли, мэрии Бордо, Пуатье, Парижа, музей природной истории, парк Люберон. Они уже 10 лет являются нашими клиентами, покупают у нас массу семян. В этом году получили заказ от парламента Гваделупы на 5000 евро на нелегальные томаты и нелегальные семена. То есть это какая-то комедия. Крупнейшие рестораны Парижа, где питается вся буржуазия правой, левой или нейтральной ориентации, подают только старинные томаты, выращенные из семян Кокопелли. Кто пробовал наши старинные сорта томатов, думаете, захотят вернуться к гибридным химическим? Нет, потому что наши томаты настоящие. Они имеют вкус. Французским фермерам дает субсидии Брюссель, чтобы потихоньку уничтожать французский народ. Нас преследуют государственные органы, потому что мы распространяем старинные сорта. Мы находимся на ферме Святой Марты, ферме Филиппа де Бросса. Тут учатся молодые специалисты, разводят старинные сорта овощей, чтобы дать будущим поколениям биологическое разнообразие. Как хорошо пахнет! Семена сохраняются в специальном хранилище. Это настоящий сейф фермера. Миллионы семян хранятся при постоянной температуре и влажности. Их отбирают, размножают, распространяют. Еще в 70-х нас преследовали, ставили различные административные препятствия, насылали различные комиссии. Мы не могли сознаваться, что ведем органическое хозяйствование, потому что это расценивалось как нелегальная конкуренция. Меня осудили за то, что я спас старинный сорт картофеля, запрещенный, потому что он не значился в госреестре. Меня засудили, хотя Институт Баве меня поздравлял с тем, что я возродил старинный сорт картофеля, считающийся утраченным. Я думал, мне дадут медаль. Как же? Мне выписали штраф. Я просил мне пояснить. Этот сорт не значится в госреестре, значит, вы платите штраф. Затем я подумал, чудесно. Они мне дали повод поднять эту тему в обществе, поговорить о том, как запрещают пользоваться теми приобретениями, которые человечество наработало с тех пор, как оно существует. Эти растения выкормили много поколений людей. Почему они оказались вне закона? Мы выращиваем 22 сорта томатов, красные, оранжевые, черри и так далее. Выращиваем 6 сортов кукурузы. Белая, красная, цветная, пурпурная. 9 сортов баклажан. В этом году, в общем, выращиваем 85 сортов и 14 видов овощей. Вот какова миссия Кокопелли тут, в Индии. Давать крестьянам семена, которые они размножают на своих полях, чтобы вытеснить гибрид. Семена высушиваются в тени с естественной вентиляцией. Вот так мы получаем где-то 25-30 тысяч пакетиков семян. Мы бесплатно раздаем их ассоциациям фермеров, некоммерческим организациям и кому захотим. Мы разрушаем видовое разнообразие. Промышленное хозяйствование истощило основу нашего питания до 5 или 6 культур. А раньше мы употребляли 8,5 тысяч культур. Каждый индийский фермер выращивал до 250 видов растений. Это новоявленная бедность. Позорный разум, который я называла сугубо мужским, происходит от желания доминировать в природе, уничтожать все стародавние знания, потому что они, так сказать, от нашей бабки-прабабки. Дурное стремление всех перехитрить. Сельское хозяйство не современное явление, а древнее. С давних времен именно женщины осуществляли нововведения, которыми кормилось все человечество. И вся эта мудрость сейчас под угрозой. Мы на севере Индии, вблизи Дерадуна, с господином Шанди, в офисе Навдании, организованной Ванданой Шивой. Это сеть более 500 тысяч хранительниц семян и органических производителей, расположенных в 16 штатах Индии. Вот поле, где мы разводим наши семена, которые потом отдаем фермерам.
Вот наш банк зерна. Тут 400 сортов риса. Все названия написаны на хинди, чтобы фермерам было легче их выбирать. Тут чечевица и фасоль. Тут только рис. Мы храним семена в таких емкостях. Так они могут лежать долго, 5 лет. Так мы их и держим. Мы ничего не делаем с семенами. Просто храним. Когда настанет время посадки, мы разрежем кору и достанем семена. Мы наследуем природу. Природа – наш учитель. Семена у нас бесплатные. Это обмен, дар. Если фермер берет 100 граммов семян, мы говорим, или вернешь обратно, или отдашь двум соседям-фермерам. Коллективный банк семян. Один фермер не может заниматься 400 сортами, а 400 могут. Наша система такова. Мы отдаем семена одному фермеру, тот передает еще двум, те еще 4, те 8, те 16, и мы раздаем их каждому по потребности. В Индии 27 пород коров. У нас самая мощная популяция коров в мире. Почему мы не должны на нее полагаться? Самую большую популяцию коров в мире не уважают, ее ненавидят, от нее хотят избавиться. В Раджастане есть одна порода — тарпаркар. Коровы этой породы способны пересечь всю пустыню Раджастана. Взять джерсийскую корову или европейскую. Пусть пройдет хоть километр. Вот посмотрите. Те же коровы приспособлены к нашей местности. Но к нам завозили коров издалека, потому что считали, что все индийское некачественное и отсталое. Бразилия, которая на расстоянии 1000 километров от Индии, стала наибольшим экспортером индийских пород коров. А одна из индийских пород в Бразилии дает больше молока, чем джерсийская. Бразилия разрабатывает потенциал индийских коров. Я не удивлюсь, если из Бразилии скоро начнут к нам завозить наших коров. В 1996 году кооператив принял решение начать производство семян. Нашли 12 семей, готовых выращивать семена без пестицидов и ядов. Их ждал успех или поражение. Семьи пошли на риск. К счастью, они достигли успеха. Урожай собрали немаленький. На следующий год число хозяйств выросло с 12 до 30. Произошел большой прирост. Сегодня в проекте задействовано 200 семей. В то время руководство движения безземельных говорило: неужели найдутся дураки, которые захотят выращивать органические семена? Никакой поддержки мы не имели. И занимались этим на свой страх и риск. Мы стараемся им объяснить, семена — это как жизнь. Благодаря им мы существуем. Благодаря семенам мы едим. Я уже тогда это ощущал. Сохранение семян — фундаментальный вопрос для будущего. Когда у людей отбирают святую вещь, семена, это терроризм. У людей крадут то, что им принадлежит. Подчиняют их чужой воле. С дебатами про ГМО наше движение проснулось. Наконец-то стало очевидным, что мелкий крестьянин, крестьянин из движения, или просто малоземельный, подвергается огромной опасности, если у него отбирают его же собственные, выращенные им семена. Это просто недопустимо. Скрещенные семена передавались от поколения к поколению нашими предками. Они берегли их с давних времен. Традиционно именно женщины обрабатывали огород и собирали семена. С появлением гибридов, ядохимикатов и коммерческих семян, которые предлагает рынок, много наших семей, особенно женщины, эти обычаи утратили. Наша задача — возродить эти семена, и мы над этим трудимся в 19 районах. Это типично женская работа.
Мужчины этим не занимаются. Их интересует экстенсивное производство, в отличие от женщин. Земля женского рода. Земледельческие практики требуют женского подхода. А нас, мужчин, воспитали в абсолютно противоположном духе. Учили обращать внимание на производительность, учили грабежу. Женщины понимали, что семена не могут быть товаром. Нам нужны знания наших бабушек, которые знали каждое растение, их достоинства, их свойства. Поэтому на нашей ферме я открыла университет бабушек, чтобы их знания и традиции оставались живыми. Мы идем по пути отцов. Сейчас все новое, все современное, но мы идем дорогой родителей. Покупные семена хуже своих. Я вижу, что огурцы из моих семян растут очень хорошо, а гибридные пришлось дважды пересаживать. Она ведет нас в огород показать разницу между двумя грядками. Вот наши, а вот гибрид. Домашние — гибрид. Что мы должны думать про ГМО? Этот вопрос встает часто. Во-первых, ГМО — пестицидные растения, что бы ни говорили. Они либо вырабатывают собственные пестициды, либо ГМО делают стойкими к пестицидам. Раньше Roundup нельзя было использовать для сои, потому что сама соя гибла от Roundup. А теперь она может выдерживать большие дозы Roundup, потому что она устойчива к нему. Культура ГМО является наиболее загрязняющей на планете. И вам ее продают со словами про защиту окружающей среды. Это абсолютная ложь. В Аргентине мы видели, как ГМО требует в 4 раза больше гербицида, чем не ГМО. А главное, ГМО имеют еще одну цель. Они как троянский конь для тех, которые планируют присвоить генетическое наследие планеты. Присвоить то, что принадлежит всем нам. Кукуруза – растение очень засухоустойчивое. А из нее сделали водяное чудище, требующее до 120 литров воды на растение. А поскольку воды не хватает, те, кто выращивает на юге Франции, вынуждены прекратить выращивание кукурузы, потому что горизонты грунтовых вод исчерпаны. И тут приходят производители ГМО и говорят: «Подождите, мы все спасем. Мы сделаем трансгенные разновидности кукурузы, которые будут засухоустойчивыми». И вот так замыкается круг. Сначала была кукуруза, устойчивая к засухе. Из нее сделали растение, которое надо накачивать водой. Теперь снова выводят устойчивую к засухе с помощью трансгенных технологий. Они потратили миллиарды, чтобы воссоздать ДНК человека. Но есть несколько растений, ДНК которых тоже известны. Ячмень, хлопок, виноград. И они были разочарованы. Ячмень имеет вдвое больше генов, чем мы. А все эти исследователи думали, что человек, мы же самые разумные, должен иметь больше генов. А тут такая штука. В ячмене их вдвое больше, чем у нас. А это растение. И здесь они уже в затруднении, потому что есть большая часть ДНК, которую они не понимают. Они ее назвали джан-ДНК, мусорная ДНК, как что-то ненужное. Они тупые. Думают, что природа за миллионы лет создала эту молекулу, которая потребует больше всего энергии в живом мире. Причем даром. Уровень слабоумия этих генетиков просто зашкаливает. На Коста-Рике я видел детей, которые рождаются без ног, без рук. Благодаря тому, что в культуре ананаса используется столько, что фермеры им просто пропитаны. О ГМО-продуктах я читала много материалов, где сказано, что людей можно заставить употреблять в пищу ГМО, но скотина ее никогда есть не будет. Если животное съест это ошибочно, оно умрет, как это было у Андропрадеши, где 1800 коз и баранов погибли, съев ГМО-хлопок. Все, что мы бросаем в землю, возвращается затем в наше тело. Я говорю, что скоро, садясь за стол,
Вместо пожелания приятного аппетита, нам необходимо будет сказать «пусть повезет». Мы абсолютно не знаем, что именно поступает наше тело, что именно мы даем своим детям. Мы должны видеть разницу между хорошей и плохой пищей. Рынок этого не отличает. Если нам это не удастся, мы не только потеряем свободу, но у нас не будет хлеба. Эта связь между полем и столом, которая дает хорошей пище, выращенной на фермах, попадать на каждую кухню, эта связь есть новым лицом демократии. Поскольку если мы утратим эту связь, мы не будем знать, что едим. И нас заставят есть то, что люди не должны употреблять в пищу, то, что не должен есть ни один разумный вид. ГМО — это всего-навсего адаптация культур к мертвым землям. А я спрашиваю, есть ли необходимость работать на мертвых землях? Нет, не нужно. Анна Примавези живет в 4 часах езды на юго-запад от Сан-Паула. Доктор агрономических наук, преподаватель университета, она была пионером агроэкологии 50-х годов. Она является автором книг и многочисленных статей. Она специалист по микробиологии почвы, одна из последних в мире, вместе с Лидией и Клодом Бургиньонами. Ее очень ценят в движении безземельных. Крестьяне приходят за советом отовсюду. Что вы думаете об этаноловой программе Лули? Это сумасшествие. Полное сумасшествие. Агроиндустрия — это непродолжительно, поскольку уничтожает землю. Не только в Бразилии, а и во всем мире. Из-за такой формы хозяйствования каждый год опустынивается 10 миллионов гектаров почвы. То есть такими темпами можно продержаться еще лет 50. А если опустынивание начинается, дальше этот процесс идет очень быстро. Полный бак автомобиля по этой технологии равен тому, сколько человек съедает за год. Европеец может заправить полный бак и сказать, пусть еще один азиат не ест целый год. Я думаю, они это делают, чтобы другие страны изголодались, поскольку бедные начинают доставать богатых. Думаю, это одна из определяющих особенностей миллениума. Богатые восстают против бедных. Это действительно становится уже нестерпимым. Вот бы их еще и биотопливом допечь. Богатым уже осточертели бедняки. Чем больше производится товаров, тем больше голодных. Миллиарду людей нечего есть, потому что в этом мире все больше товаров. Когда пища рассматривается как товар, люди умирают от голода, а в машины заправляют еду. Скоро число голодающих достигнет миллиарда. Со всем этим биотопливом на всех точно не хватит. После 2000 года Китай на 10% снизил производство продовольствия. Он импортирует, уже даже завозит зерно. То есть будут конфликты между тем, что двигает машины, и тем, чем питаются китайцы. Мы в разгаре продовольственного кризиса. Сейчас на планете есть 20-дневный запас. Когда видишь, что в Австралии 8-й год подряд засуха, и вместо того, чтобы производить 21 миллион тонн пшеницы, как раньше, производится только 10 миллионов тонн, меньше половины. Скоро мы заговорим о недостатке еды во Франции, потому что люди думают, что это где-то далеко, что мы сидим в безопасном коконе, что мы решили вопрос поставок продовольствия. Однако это не так. Например, если закрыть супермаркеты, мы не способны будем прокормиться. 40% продуктов прибывает из Испании, а остальные через Марокко и Кению. Франция, первая сельскохозяйственная страна Европы, не может накормить себя. Франция импортирует 80% мясных продуктов питания. Если забрать бразильскую сою, тайландские маниоки или креветки, извините, французам нечего будет есть. Мы позволили большим хозяйствам собирать большие прибыли, то есть было бы логично, если бы они выделили минимальную квоту, к примеру, 10-15% их земель под продовольственные культуры для местного населения. Нельзя одновременно получать дотации, которые оплачивает европейское население, и при этом не принимать участие в питании этого населения. Сложилась неприятная ситуация. Тысячи мелких фермеров борются с трудностями или исчезают, а горстка богатых фермеров могут купить еще 2 или 3 «Мерседеса» в год. Это неприемлемо.
Любой производитель, любой фермер должен принимать участие в производстве пищи для своих соотечественников, живущих рядом, ради безопасности. ФАО на Конгрессе 2007 года гордо провозгласило, что органическое земледелие может прокормить всю планету, не вредя природе. Спасибо за информацию. Почему они не сказали этого 25 лет назад? Если ФАО право, необходимо переходить к природному земледелию. А если нет, то прекращать финансирование этих идиотов, которые говорят, что планета может прокормиться только за счет биоземледелия. Время принимать решение. Если мы желаем вернуться к агробиологической модели, чтобы хотя бы обеспечить продовольственную самостоятельность Франции, необходимо всего 10% сельскохозяйственных земель Франции, чтобы накормить всех французов. Это больше 1 миллиона рабочих мест только в сельском хозяйстве. Необходимо будет развивать другую модель, другой подход к работе. Возможно, будет и разделение труда, объединение нескольких профессий, быть одновременно крестьянином и специалистом по информатике, электриком. Но каждому необходимо будет трудиться на земле. И именно это необходимо будет возродить. Произошло разделение между умственным и физическим трудом. А крестьянин завтрашнего дня будет одновременно интеллектуалом и рабочим. Таким будет человек будущего. Самая серьезная вещь, которую отобрали у рода людского, это когда люди не сами себя кормят, а их кормят корпорации. Люди имеют право и обязанность кормить себя сами. Но они не осознают этой своей обязанности. Рынок работает по своим собственным законам. Если выживание станет проблемой, рынку не будет до этого дела, так как там, где торговля, альтруизма нет. Сельсо на бедных землях, захваченных движением безземельных, выращивает биодинамический огород мандалу. Тут огород мандала — спиральная структура. Он имеет ядро, где растут травы и цветы, которые насыщают энергией всю систему. Мы ведем смешанное хозяйство. У нас растет максимум возможных видов. Есть растения-спутники. Они приспосабливаются друг к другу, причем на одном месте. Биодинамика – метод, разработанный Рудольфом Штайнером еще в 20-х годах 20 века, рассматривает ферму как живой организм, допускает применение самодельных препаратов, которые усиливают живую динамику почвы и учитывает влияние небесных тел на культуры. Это комплексная система производства, которая включает животных, людей, насекомых, растения в их широчайшем разнообразии. И это равновесие дает здоровье растениям и людям. В наши дни выращивать свой сад, когда есть такая возможность, это акт политический, акт сопротивления. Не все имеют такую возможность, но те, кто живут в городах, могут объединиться с теми, кто живет в селе, и так построится мост над морем аферистов. Ключевое слово сейчас – это автономия. Мы говорим крестьянам: сохраняйте ваши собственные семена. Имея семена, вы сохраняете контроль над всей пищевой цепочкой. Вернитесь к земледелию, которое существовало когда-то в вашем крае. Это не означает, что я призываю вас в каменный век. Это означает, что я не даю вам совершать самоубийство. Возвращение к экологической матрице, которую может выдержать Франция, это вернуться к ситуации 60-х годов. Это не пищевая. Пещерный век. То, что мы сейчас употребляем, изготавливается другим способом. Одежда, которую мы носим, шьется минимум в 30 тысячах километрах от нас. А еще в 60-х текстильные фабрики были в Лилле, Рубе, Туркуене. Ведь мы приходим к полному абсурду. Как с теми датскими креветками, которых везут на очистку в Марокко, потом везут обратно в Данию расфасованными. Необходимо остановить или уменьшить международную торговлю. Оставайтесь локальными, пусть торговля будет локальной. Если бы все жили, как мы, французы, необходимо было бы 3 планеты. Если бы все жили, как наши друзья-американцы, необходимо было бы 6 планет.
Так жить пока возможно, потому что мы получаем огромную техническую помощь от африканских стран, которые потребляют меньше 10% ресурсов планеты при равных условиях. Если же продолжать рост даже очень спокойными темпами, которые каждый кандидат в президенты не отважился озвучить в предвыборных речах, темпы роста в 2% к 2050 году необходимо будет не три планеты, и не 6, необходимо будет 30 таких планет. А 30 планет мы не найдем. То есть нужно срочно осознать необходимость возвращения к тем границам, которые нам дала судьба. У них жесткий диск завис. Их перемкнуло на производстве. При росте необходимо 7% роста, 10% роста. Они не могут мыслить по-другому. Рост, рост, рост. Так они потерпят поражение. И я уверен, что именно сейчас зарождается новая цивилизация. Мы сейчас находимся в моменте Ноева ковчега. Чем больше уничтожается окружающая среда, тем больше растет ВВП. Что такое рост? Что такое ВВП? ВВП — это сумма денег, которая переходит из рук в руки. Это очень интересно. Если река чистая, ВВП не растет. Если река загрязнена, ВВП возрастает в 3 раза. Во-первых, отходы сбрасываются в реку. Это означает, что кто-то получил деньги. Потом, когда река загрязнена, люди пьют эту воду, они болеют. Идут к врачам, снова отдают деньги, и ВВП снова растет. Потом предлагаются технологии по очищению, снова деньги и снова рост ВВП. Чудесная форма роста. Сколько женских зародышей было убито? Вот каков индийский путь роста. Зачем смотреть на наши темпы роста в 9,2%? Давайте посмотрим, сколько девочек убивают в зародыше в Индии. Вот где настоящий рост. Нас убедили, что девочка, женщина, является обузой для общества. Какое горестное видение нашего способа жизни. Убийство людей, эмбрионов, мужская гегемония. Все вытекает из модели роста. Только рост имеет значение. Как можно гордиться этими 9 или 10% роста, когда творится столько жестокости? Don't you cry, my angel, 'cause you'll see me in your dreams. Good night, good night, farewell. Good night, sleep tight. You'll see me in your dreams. Good night, good night, farewell. When you're feeling down, well, don't you fall, my angel. 'Cause you'll see me in your dreams. Good night, good night, farewell. Good night, sleep tight. Don't worry, my angel. You'll see me in your dreams. Good night, farewell. Good night, sleep tight. Don't worry.
my angel, you'll see me in your dreams. The violence against women. Насилие над женщинами возросло необычайно. Современная форма модернизации и роста питается наихудшими формами патриархата. А когда современный патриархат объединяется со старыми формами патриархата, они образуют супервирус патриархата, ужасным проявлением которого является убийство девочек до их рождения. Из-за убийства эмбрионов женского пола в Индии не родилось 35 миллионов девочек. Эти убийства самые частые тут, в столице, в Дели, в Пенджабе, крае Зеленой революции, в Анрианах, в штатах, которые финансово процветают. Коммерциализация общества создала новые формы насилия над женщинами, поскольку сейчас женщины оцениваются только как товар на рынке. И как товар они не имеют цены, но как опора общества они имеют ценность. Самый лучший способ бороться с транснациональными корпорациями, которые занимаются агрохимией и семенами, самый лучший способ борьбы — это обходиться без них. Бойкот. Необходим бойкот. Без бойкота мы не получим свободу. Необходимо бойкотировать и одновременно предлагать альтернативу. Вот почему мы в Навдании бойкотируем семена ГМО и химические удобрения. В большом регионе, где 7000 сел, которые работают с нами, торговцы не могут заходить. Это полный бойкот. Мы еще не проснулись. Мы еще не осознали ту силу, которую имеет потребитель. Силы потребителя хватит, чтобы изменить общество. Необходимо, например, бойкотировать компанию, которая дает деньги на производство оружия, или компанию, которая эксплуатирует другие страны мира. Это новая форма забастовки. Но это не восстание машин, а восстание потребителей. Покупатель — это хозяин. Самое худшее, что может случиться с компанией, это отсутствие продаж. Вот где власть покупателя. Сегодня мир в таком ужасном состоянии, что либо мы пересмотрим способ нашего существования, либо наступит конец света. И главное — это задача земледельцев, потому что они производят пищу и работают с природой. От нашего обращения с природой зависит, будем мы, люди, существовать или нет. Много людей спрашивают меня, не является ли наша битва проигранной изначально. И я всегда говорю им, представьте мир 150 лет назад, когда над Британской империей не садилось солнце. И эта империя была безжалостной и очень могущественной. Не было ни свободы прессы, ни защиты прав человека. И наперекор всему, чтобы защитить тысячи людей, которые боролись против Британской империи, пошел один человек. А остальной мир пошел за ним. И Британская империя пала. Сегодня солнце не садится над империей транснациональных компаний. Хоть мы не имеем одного Ганди, мы можем иметь 100 таких, как он. Я думаю, что вместе мы можем все изменить. Все больше и больше людей это понимают. And we didn't know then it would hurt us so deep. They tried to kill the hope we had inside by taking the power on the body, the mind, the love and the soul. When you have gone out of light, you got to keep your hope alive. Now, hey, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls. Now, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls. Oh no, oh no. The time has come to resist and fight for what we have. A nature of greatness that gives us all that we need. I don't believe in God. No, I don't. But I believe in something alive. You know that when you have gone out of light, you got to keep
your hope alive. Now, hey, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls. Now, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls. Oh, no. No, go. You have gone out of light. You got to keep your hope alive. Now, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls. Now, they can claim to know us inside out, make a hole in our big red hearts, make us feel so cold, but they'll never get to our souls.